Музыка реально способна вдохновлять, даже если какие-то ее жанры нестандартны для этого, казалось бы. И от определенных событий в жизни или же внутреннего состояния музыкальные предпочтения размениваются с ранее любимыми жанрами. Говоря чисто за себя, с недавнего времени я подсел на трил-фонк, поскольку почти все треки этих направлений заряжают просто адовой энергией, ощутив которую появляется желание даже крутиной деятельности. Так как никто толком объяснить не может, что конкретно есть трил, а что фонк, треки из этого видео считают допустимым называть трил-фонком, и в большей степени нишу как раз таки фонка в России и занимают VLL Squad, о которых собственно и пойдет речь. С первых же треков мне стало ясно, что парням из VLL не чужда тема ада, сатаны и прочей нечисти. Именно это отличие от массы так захватывает внимание на их образе, еще долго не отпуская. И пусть даже в бэд-трипе, но с Люцифером ребята уж точно повстречались, конечно, после того, как посетили один из множества даркнет-маркетов. А перед тем, как я расскажу об адском коллективе больше, зацените парочку треков. И просто запомните, что трил-фонк на русском должен звучать именно так. У границ преисподней стоит дикий зной, склад безумных убийц за моею спиной. В масках не валим лица, мозг на паранойе. Затем крошим бошки, как бессмертный воин. Сделка в даркнете, ждем кэш на PayPal. На надгробной плите теги welcome to hell. Теплой кровью пропитан орнамент на лезвии. Во мне кетамин, цель убить без последствий. Чекай этот демо, мы все мясо, словно Бэ Маджера. Закрой рот, свистерма, пока я на связи с Люцифером. Таблу успокоят нервы, вилиал, тут чистый первый кровоточий чрево. Верно, путь крестовый против веры. Кровь даблка в крови, прометазин шит под кожу, токсин, холод ядерных зим, богом проклятый Салин. Два ангела смерти, две черных сестры летают со мной, поджигая костры. Мои темные нимфы крошат мне пресс, надымили приходу сегодняшних мест. Нам пора вверх, громит райский сад, новый доспех и лого сквад. Инферно планты в кровавых клыках, инферно мечты царя в головах. Живут в наших глазах, ты ведь чувствуешь страх, побывав пару раз в параллельных мирах. Видеоока вселенной, Дэвид Джонни нетленный, готовим планету к слиянию с бездной. Адский пульсар излучал волны зла, самый яркий базар. VLL Squad — это уже целая команда, состав которой поддерживает менеджер, битмейкер и, конечно же, звукарь. Но все-таки достоверной информации о главных участниках коллектива очень мало, и даже столь большая продуктивность ребят с 2013 года никак не поспособствовала их дианону. А ведь на данный момент дискография артистов наполнена 11 релизами, и один из них, вышедший совсем недавно, явно дал понять, что за все это время команда Дьявола не отходила от своего стиля, а скорее наоборот, совершенствовала его от релиза к релизу. Конечно, сначала может показаться, что их треки только и наполнены гневом, наркотиками и злостью. Все так и есть, но когда такие темы, пусть даже иногда, подаются с некой лирикой и отступами от шаблона, отношение к творчеству только улучшается, а интерес к новым работам возрастает в разы. Если же ко всему русскому имеется полное отторжение, то такие исполнители, как Ghostmane, Killstation и Jizma, убедят вас в том, что трил-фонк охрененен на всех языках, так как сама фишка жанра кроется в неэпически взрывной подаче и ритмичном флоу, пора бы это наконец выкупить. Не стоит загоняться насчет смысла этих треков, если они качают, то просто отправляйтесь в полный отрыв вслед за ними. И если после прослушивания есть порывы разнести что-нибудь или даже кого-то грохнуть, старенький шедевр под названием Painkiller возьмет всю эту дурь на себя, ведь творчество в жанре трил-фонк идеально подходит для подобных игрушек. И после уничтожения пары сотен ведьм и вурдалаков, поглощения душ истерзанных противников, умиротворение посетит вас очень скоро. Конечно, хочется видеть еще больше российских артистов в хоррор-направлениях.
поскольку этой нише, как и многим другим, еще только предстоит развиваться у нас. Также очень ярким примером хоррор-фонка является клип «Джимбо и фараона» «Бензопила», в котором есть просто все факторы данного стиля. А на этом у меня все. Не зацикливайтесь на чем-то одном, слушайте разную музыку и выбирайте для себя самое лучшее. До новых видео!